Сначала машина привозит батарейку, потом она идет по конвейерной ленте. Потом она поступает на сортировку по размеру. Тут резиночковые батарейки, а тут пальчиковые. Тут отделяется железная оболочка батарейки. Батарейка разделяется на угольный стержень, цинковый стаканчик и на внешнюю оболочку цинкового стаканчика. Одна пальчиковая батарея заражает 20 квадратных метров почвы. И там не могут жить 2000 дождевых червей, 2 ежика и 3 крота. 3 дерева.